Ракета! Смотри, что она сделала! Сжимала все к хвостам! Я думала, Карел конфисковала эту ларму. Ламу. Что-что? Ну, и какая разница? Компологоловые не вышвырнули ее, а теперь мы без связи. Обещаю, мы все починим скоро. Ты еще обещал, что твоя подружка нам скидку сделает. Да, как же. Эй, это обидно. Сказать, что обидно, Квилл? Быть единственным среди вас, кому не наплевать на Милана. Так, народ, придется в порту чиниться. К счастью, меня знакомы на забвении. Запчасти он найдет и снимет трекер Нова за полцены. Не бросим же мы дитя. Она вела себя странно. Лама сожрала провода, Дракс. Может, это просто помехи. Если мы снимем трекер, Корел весь флот корпуса Нова поставит на уши. Гамора права, мы пообещали. Я пообещал. Найди местоположение Карел, выплатим штраф. Квилл, ты издеваешься? Зато на хвосте не будет висеть Нова, когда пойдем на следующее дело. Да, если это дело будет. Ах. Похоже, Груту удалось приструнить эту зубастую тварь. Пусть только попробует вернуться и продолжить грызть мой корабль! Ясно? Это все убийца. Что я натворила? Дверца холодильника была открыта. Это Гамора. Или это выродок? Это ракета. Что такое хмурый? Вовсе нет. Ну, Дракс, ладно тебе. У тебя же на лице все написано. Сколько раз зверю говорил, мое лицо не для... Дракс. Ну, в чем дело? Я понял, что мои знания недостаточно обширны. Наше посещение Сигнарфа-9 прошло не так. И леди Хеллбендер не великанша? Оказалось, что так. Но это не все, Питер Квилл. По пути к крепости я понял, что многие мои выводы об этой команде также были ошибочными. Правда? Убийца и грызун. Без них и древа на нашей стороне. Мы были бы мертвы сейчас. Я ведь говорил, их прошлое не делает их плохими, Дракс. Жизнь — это сложная штука. Все всегда сложно. На Катате просто. У меня была семья и мой прямой путь, которого больше нет. Ты снова найдешь его. Просто подожди. Самая опасная женщина в галактике. Ошиблись вы. Хоть и попали в точку. Неужели он правда сам сдался властям?
Есть кто? Ракета? Что, не видишь, я занят? Это моя зубная щетка. Она для труднодоступных мест. Ракета! Подожди момент, я почти закончил. Ракета, сможешь заодно разобраться с холодильником? Не до холодильника. Сейчас есть дела поважнее. Я есть Грут. О, класс. Ты сделал загончик. Я есть Грут. Да, пусть держится подальше от моего меха. Ты же не хотела лишить нас связи. Выглядит прочным. А ей тут будет хорошо? Я есть Грут. Я думаю о том, что ждет нас в будущем. Новые сражения. В другой раз стоит взяться за контракт, не предполагающий сражений. Тогда зачем ты нам нужен? Устранение врагов не единственное, в чем я силен. Гамора, ты нашла... Это куклы? Да. Нет. Неважно. Надежда Халы в системе Тайо. Координаты на консоли. Чего ты закрыла экран? Не твое дело. Неужели? Кажется, ты пытаешься от нас что-то скрыть. Да, так и есть. Не хочу расстраивать, но я все видел. Никогда бы не подумал, что ты собираешь кукол. Да, я их коллекционирую. У многих есть хобби. Грут собирает растения, а Ракета любит бомбы. Да, а у Дракса полно очень страшных ножей. Вот, ничего необычного. Пожалуй. Знаешь, в детстве я тоже много чего собирал. Бейсбольные карточки, фигурки... То есть это занятие для детей? Нет, я не об этом. Да шучу я, Питер. Плевать мне, что ты думаешь, но я не хочу обсуждать свои хобби. Время уходит, Питер. Ну ладно, Карел, готовься к сюрпризу. Карел, наверное, следит за нами, ждет, какой выбор мы сделаем. Похоже, твоя подружка все-таки сдержала слово, Квилл. Это точно ее корабль? Сканирую. То же название, что прежде. Это Надежда Халы. Без паники. Стандартная процедура. Мой корабль в ажуре. Какая его часть? Спроси Квилла. Это он бьется обо все подряд. Ладно, идем заплатим. Да, кстати, Гамора, ты знаешь станции корпуса Нова? У них есть туалеты? Туалет есть и здесь. Наш туалет для его роста слишком мал. Пусть пригнется. Выплатим штраф. Я есть Грут. Даже Грут понимает, что ты здесь ради десерта. Для протокола. Это все ошибка. Я не хочу здесь находиться.
Ты раньше бывала на скале? Да, она как все станции корпуса Нова. И как, сможешь тут сориентироваться? Незачем. Тебя либо ведут, либо ты ждешь у стойки регистрации. Вспоминается момент, когда я сдался властям. И что-то чувствовал? Свободу. Что-то мне подсказывает, что мы здесь надолго не задержимся. Зависит от того, намерен ли ты спариваться с Корал. Ну что, вперед! Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Ха, удачи с этим. Это ужасный халат. Халатность. Я так и сказал. А где все? Большинство станций Нова автоматизированы и управляются миросознанием. Это нервирует. После войны у них не было выбора. Много стульев, мало задниц. В любом случае, так эффективнее. Конечно, пока миросознание... М-класс, корабль Милана. Перемещен в отсек F-73-4PL. Перед вылетом предъявите заверенный билет в стойке. Расслабься, ракета. Это стандартная процедура. Ага, надеюсь. Это не первый мой штраф в корпусе Нова. Как и твой. Но плачу я впервые. Знал, что надо было остаться на борту. Ты идешь? Да, да. Мне почем знать? Спроси бывшего копа. Что спросить? И я не состояла в корпусе Нова. Грут хочет знать, почему здесь нет патруля. Скала — станция другого типа. Хотя пара кораблей должна быть. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Может, выходной? У копов не бывает выходных. Есть кто? Я есть Грут. Нам нужно выплатить штраф. Мы ищем Центуриона Карел. Дверь закрыта. Все, мы попытались. Пошли отсюда. Мы не уйдем. Найдем их, если придется. Слушай, может попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Мне теперь взламывать систему безопасности корпуса Нова? Ну, если ты не потянешь... Манипулятор! Это незаконное проникновение на объект корпуса Нова. Вдруг они ушли на перерыв? Я есть Грут. Грут говорит, что стойка еще открыта. А я говорю, не наша проблема. Может, нужно дождаться своей очереди? Очень вряд ли. Отлично. Здесь есть воздуховод. Может, подойдет нам? Да, может. А может, он ведет в ангар? О, воздуховод открыт. Мы повредили собственность корпуса Нова. Ну, чуть-чуть. Так, ракета, проверь, ведет ли воздуховод в ту комнату. И будь осторожен. Знаешь, мне все еще не нравится этот план. Но возможность поковыряться в технике корпуса Нова – неплохой утешительный приз. Что-то странное в системе питания. Работает только резервно. Вот тебе схема. Ты все знаешь. Скажи, где переключить. Запитать можно лишь несколько мест одновременно. Понял. Упс. Что упс? Ничего, порядок. Главное не трогать. Это, есть. Смотри и учись.
разберемся. Вот и дверь. Не та дверь. Ну все. Эй, тут туалет! Никому не надо! Мне надо, только подальше отсюда. Воды, позависаю-ка я тут в темноте. Не хочу думать, сколько чудовищ придется продать, чтобы расплатиться. Мы на виду у камер наблюдения, но нас не задерживают. Видимо, никто не смотрит. Напомни мне стащить ручку. Что ты творишь, Питер? Прости, прости. Из меня плохой электрик. Это точно. Спасибо, никто не хочет пить. Уже что-то. Вуаля! Чего-ля? Ну, типа, та-дам! Яснее не стало. Дверь открыта. Как бы сразу и сказал. Тут подозрительно тихо. Верно. Эй! Что они делают? Сканируют друг друга. Зачем, интересно? Они свихнулись. Где все члены корпуса НОВА? Может, на собрании? Вся станция? Обычно в собраниях участвует чрезмерное количество сотрудников, и они длятся слишком долго. Эй, вы! Слышали? Ай, бедно, малыш. Это вещь. Твое сочувствие неуместно. Эй, и я наполовину вещь. Помнишь? Забыл. Привет. Вы не НОВА. Как догадался? Не могли бы вы подойти? Ты, в костюмчике, вытащи меня отсюда. Мне здесь не место. Корпус снова не согласится. Тебя никто не спрашивал, злюка. Мы не должны освобождать преступника. Ты сам не был их пленником? Был. И отсидел свое. За что сидишь? Что? Да так. Просто перепутали. Спутали с тем, кому не пофиг. Он мне нравится. Взаимно, хорек. Так как насчет помощи? Поищите запорный механизм. О, эй, что вы сделали? Что это? Куда его забрали? Печь. Поздравляю, Квилл, ты только что казнил первого заключенного. Маловероятно. Тут не страшно. В доме с привидениями на диване было страшно. Одно не связано с другим. Ого! Ну и громадина. А ты как думал? Может, мы отправили его в камеру или в зону для свиданий? Насколько я знаю. Привет! Приятель. Эй, теперь-то куда? У меня есть права! Это место навевает воспоминания. Ты служил в корпусе НОВА, Питер Квилл? Что? Нет. Но был на опознании. Раз, два. В общем, хорошо быть с этой стороны. 1, 2, 3, 4. Нет. Ого! А этот парень не промах. Ну, теперь это не наши проблемы. Если мы не встретимся снова. Что ты делаешь? Я подумал, раз уж мы все равно здесь торчим, почему бы не покопаться в секретах снова? Может, у них даже есть что-то на Гамору? А, вряд ли. Чего? Ничего. Слишком тихо. Мы слишком много говорим. Дракс прав. Заткнитесь все нахрен. Это про Грута. Возможно, в комплекс пробрался смертоносный убийца. Не смотри на меня. Не смотрю. Я себя ощущаю, словно в доме с привидениями.
И ты при этом не хочешь сбежать? Переведем юниты как обычные граждане. Вряд ли у нас это получится. Я проверила терминал в поле. Соединение с миросознанием разорвано. И я обещал Карел, что заплачу ей лично. Вот в чем все дело. Дверь закрыта. Что могло произойти, чтобы отозвать всю станцию? Я сказал, что их отозвали. Может, распустили? Всю станцию? Весь корпус. Не работает. Но шахта не перекрыта. Можем скарабкаться. Ты хочешь пройти по этой штуке? Только не по... Черт! Ладно. Ерунда. Ого! Нет, испугался. Это что? Броня Центуриона. Ага. Не стесняйся, Квилл, прими. Настоящему воину броня не нужна. Ты в нее все равно не влез. Носить броню, ожидать неудачи. Лучше просто не получать... Не, спасибо. Мне не нужны модные бронекостюмчики. Ты явно никогда не сражался против Центуриона. А ты что? Да. В то время, когда ты служила Читавре. И я этим не горжусь. Вроде это единственный путь вперед. Ты слепой? Неудивительно, что дверь взвесил. Так, надеюсь, удержится. А почему тут отдельная комната? Это мастерская. Знаешь, говорят, они покрывают их каким-то умным ксандерианским металлом. Металл не бывает умным. По мне, некоторых. Должно быть какое-то объяснение. Надежда Халы — большой корабль. Может, они все там? Или, может, тут все вокруг заражено вармирианской оспой? Я начинаю чувствовать небольшой зуд. Ага, а у меня тут заноза в заднице. Ракета, поколдуй. Нет. Что? Я сказал нет. Когда ты придешь в себя, Квилл? Я есть Грут. А потом он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Ладно, еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно, еще одна комната. Не две, одна. Заперта. Обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал, у них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. Сектор 1. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Эй, слышно меня? А он включен? Мы ищем Центуриона Карел. Кто это мы? Стражи Галактики. Нам нужна Центурион Карел, штраф заплатить. Приветствую, Стражи Галактики. Я с удовольствием помогу вам. Где вы находитесь? Мы на какой-то наблюдательной станции. Принято. Оставайтесь на месте. Мы придем за вами.
Ну, что сказали? Придут к нам. О, а мы уже не ждали. Где Центурион Карел? Уверуйте, сейчас ее с нами нет. Уверовать? Правда? Мне кажется, или они светятся фиолетовым? Я не верю им. Если есть запасной план, пора его осуществить. Я есть груд. Идемте. И все прояснится. У нас и так все круто. Супер круто. Мы не будем вас затруднять. Отправим штраф почтой. Не беспокойтесь. Или можно так. Очистите меня! Кого-то точно! Это не день! Ой, вы уверены, что это муж? Ну, хватит! Пусть не так пришли! Просто не рискнулись! А как еще? Бить в них здравый смысл? Врагу Гамора! Сюрприз! Почему они на нас напали? Строго говоря, это вызов! Это бурно отразится на нашем штрафе! Думаю, это уже не важно. Раз двери хана, мы выйдем тем же путем, каким они вошли. Так что готовьтесь к драке. И вообще, почему они светились фиолетовым? Надо найти Карел. Она должна знать, что происходит. Если она тоже не попытается нас убить. Ну нет, она не станет. Кажется, будет драка. Уже началась. Плохо. Мять, Нова бьет Нова. Кто победил? Вот это я. О нет, дело плохо. Я не хочу ждать здесь смерти. А у нас нет особого... Дурья ты башка! Помрёшься! Питер! Вы что, увидите? С тобой сформироваться! Мы не можем ему помочь! Хватит! Да, я вправил руку по этому кнопку! Эти отступники не умолили! Come on!
не эта выпендрежная броня корпуса Нова, то клянусь! Согласен! Это красавица наша следующая цель! Сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ребят, корабль «Карел» в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Убедил почти. Ракета. Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем «Карел», а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Я есть Грут! Да ладно. Что за шутки, «Карел»? Иди в стражи, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Короче, слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами. Все остальные идите нафиг! Я предпочту план Грызуна. Мы попытались. Все увидят! Все Ты уверуют. Думаешь, это происходит на всех станциях корпуса Нова? Вот что бывает, когда входишь в одну межсистемную сеть. Ракета, ну хватит! Да хватит! Говорил же, надо уходить! Мы уходим, я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке! И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Найти нарушителей, не дать сбежать! Как всезнающее миросознание не предвидело так? Нарушители в отсеке С! Придется прорваться с боя! Ракеты! Да, это только 17 минут пути! Это
Эй, ты сказал нам наверх, да? Еще выше! Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Но кто они? Или что? И что за свечение? Катерат, давайте не будем соваться! Эй, мы пройдем здесь! Я есть груд! Втиснешься, подберись! Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отчитать... Глянь, они молятся? Во что мы вляпались? Посмотри на того, и похож он на Нова. Это колдун. Видите, магия течет к алтарю. Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили. Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа, нет проблемы. Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто хочу уйти подальше от этих ненормальных. Приятно видеть, что ты слушаешь. Нельзя видеть, как слушают. Не зли меня, крепыш. Ты пока еще на хорошем счету. Я есть Крут. Мне не злиться? Это он виноват. И пусть не говорит со мной. Кто? Ты! Поздняк. Ракета, взломаешь? Я разберусь с дверью. Кто-то ж должен нас вытащить. Да! Смерть неверных! Мятский хвост! Здесь на проблемы! Отвлеки их, круг! Надеюсь, здоровяк! Нет, нам нужна передышка, крыл разбирается! Порви их! Полагаю, тот колдун зачаровал корпус Нова. Надеюсь, лишний не встретимся. Покажи им, что ты можешь. Это всем смерть с небес. Покажем ее им. Да, покажи. С удовольствием. Гамора, руби. О, я обычно шампионов не люблю. Это не звезда! Берегись, Финн! Гамора, вперед! Вовремя! Следовало верить инстинктам и разумам! И как я должен был предсказать? Это было! Не вижу! Все равно неприятно! Эти летучие мины меня скоро с ума сведут! Нам нужно время! Может, вернётесь к своим манитам? Следите за этим здоровяком! Нам сегодня так везёт, что я благодаря! Электрический разряд этого мага утомительный! Это враг явно всёк меня! Наконец-то! Прикрывайте меня, пока я разбираюсь с дверью! Ты точно её откроешь? Ты теперь каждый раз будешь во мне сомневаться? Да я не... Есть! Пошли! Я не сомневался, я просто... Да. Двери забаррикадированы. Хоть кто-то пытался сопротивляться. Это им не помогло. Мы этого не знаем. Кто-то мог остаться на станции. А может, это были те, кто сбежал на Надежде Халы. Да мы же сами все видели! Кумпологоловые едва успели выстрелить, как эти светящиеся с ними разделали. Это... Притворимся, что не видели. Ну так пошли уже, что ли? Мне долго еще слушать, как вы двое прибираетесь? Следующая остановка – ангар. И какой наш стыковочный номер? R734PL. Ты серьезно? Всегда. Ты теперь мой любимчик, здоровяк. Я из Грут? Нет, неправда. Вот он где.
мой хороший. 4 пел. Так. Вот так. Все чисто. Выдвинуть мостки и... вмять! Кто там? Захвата не отпускают. Эти психи включили блокировку. Можешь ее снять? Тогда это не было бы блокировкой. Я удержу корабль и прогрею двигатели. А вы разожмите захваты вручную. Ладно, захваты. Чур не умирать. Всем верным собраться в центральном ангаре. Им не избежать ее следа. Разберемся с этим отрядом. Займись захватами, Питер. Мы тебя прикроем. На куски! Один есть! Мне гораздо лучше, спасибо. Завалил одного психованного копа. Эти обступники неумолимы. Драк, не подпускай их к Питеру. Одни их хорошо. Конец близок. Как думаете, они могут отойти? И еще один. Я включил систему Милану. Где мой музон? Здесь твоя шняпская зимнюшная музыка. У них подкрепление. Как там дела, ракета? Не завидую призыву. Он не может быть так. Этот коп совсем спят! А как еще? Бит в них сраный пыль! И сразу проложи маршрут, если можешь! Квилл! Пропусти меня на этих лицах! Они будут нас очаровывать. Жду подходящего момента. Ха-ха! Я уделал этого ненормально. Не знаю, что с ними, но эти парни хоть сюда. Двигатели прогреты, сиденья нагреты. Надеюсь, в корпусе Нова хорошая страховка. Восхищаюсь их упорством. Да, защищаю дистанцию. Гамора! Покрапсаю! Они не хотят оставлять свидетелей! Да! Почти готово! Бригады есть! Руби на кусочки! Твой черед, здоровяк! Сразись со мной! Больше этот кузец не замарает и на корму заново! Тебя не остановить! Нужно сообщить властям о происшествии! Они и есть власти! Осторожно, в боку! Под контролем. Аккуратнее. Ты меня это сделаешь? Внимание. Давай. Пошли.